палестинцы, которым создали ООП, Насер инициировал, национализм палестинский, которым создали, значит, все эти организации левые, Советский Союз, ГДР, палестинцы стали заложниками игры больших всяких ребят. Арабского национализма, Советского Союза, какие-то фракции Китая, какие-то фракции Югославии, какие-то фракции постоянно с американцами тоже там сю-сю, вась-вась, да, хотя американцы очень четко поддерживали и Израиль. И в итоге палестинский народ стал заложником всего этого кошмара.